И вот а простой вопрос, мне кажется, это про неблагонадежность репертуара, который вы упомянули, что у вас были неприятности 49 лет назад. Что, вы помните, какая это была миниатюра, из-за чего был сыр-бор? Или это были какие-то личные претензии? Никаких к вам, личных не было. То есть это не был поводом, это действительно кому-то не понравилось? Конечно. Что, а что именно? Конечно. Вы можете вспомнить? Я читал что? Там один фельетон, значит, где с точки зрения спецслужб, в данном случае саратовских, это выглядело издевательством над нашими славными бойцами невидимого фронта. Ага. Вот, значит, и вот у меня с бойцами невидимого фронта в советское время довольно часто были эти столкновения. Они никак не могли понять, как это можно вообще терпеть и допускать, что вот он себе позволяет. Потому что в 83-м году после ноябрьского телевизионного огонька я остался без телевидения почти на год, и там были всякие скандалы, и все. Но что любопытно, прошло 24 года, и мне позвонил первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации, в тот момент это был Игорь Иванович Сечин, и он сказал, что меня приглашают 20 декабря на юбилей, значит, организации этой выступить. И очень просит прочесть именно вот эту миниатюру, которая 24 года назад стала возмутительным спокойствием. Я сказал, может, давайте я что-нибудь другое сделаю. Может быть, что-нибудь специальное из нового. Нет, сказал Игорь Иванович. Была конкретная просьба именно это. Так что пути Господни неисповедимы. Это правда. И что произойдет через 24 года, вряд ли кто знает. Это да.